Всем привет, дорогие друзья, с вами я, Лёва Нет, и сегодня я решил пострадать пустотой. И если вы знаете, у меня на канале есть видео по этой же игрушке, по BeamNG Drive, то есть как перевести скорость из миль в час, километра в час, но там идет видео без озвучки, и поэтому я решил не удалять это видео, потому что там много просмотров, во-первых, накапало, во-вторых, типа, почему бы и нет. Почему бы не записать новое, чтобы хоть что-то выпустить новенькое. Ну, а также я думал немножко показать, как можно проводить тюняшки для машин. Они, конечно, будут не сильно естественные, то есть, ну, точнее, не такие существенные, как там в реальной жизни из Запорожца сделать Мерседес. Но все же шось да буде. Итак, ну, у меня уже 30 км в час, потому что мне неудобно считать все в милях и переводить в километры, потому что я не знаю единицы измерения, точнее их разность. Поэтому для того, чтобы поставить скорость в километры, заходим вот в вкладочку Options, в Gameplay. И вот тут есть у нас в Unit Systems, есть Imperial, в милях есть метрические километры, есть британские, не знаю, чем разница между британским Imperial и Custom. А вот в Custom можно, получается, настраивать километры, температура по Цельсию, Фаренгейту, Кельвину, вес в килограммах, фунтах. Это я не знаю, что это дата, это как скажите, исчисление емкости, галлоны, ну, вообще литры, и мощность лошадиные, brake horsepower и киловатты, короче, чтобы не париться, систему Си. Ну, в принципе, у вас будет сейчас километры. То есть. Так, километры. Паузу. И сюда. Options, gameplay. Ну, пусть будет British. Ну вот, все в милях. То есть теперь пауза. Gameplay. Метрические. Так, сразу снять. Все, в километрах. То есть, в принципе, не очень все и сложно. Все изи. Камеру вернись. И, в принципе, сейчас будем производить тюняшки машинок. Правда, еще не придумал какую. Но, в принципе, вот эту я слегка затюнил. Я здесь поменял передние и задние диски. Не сторону камеру. То есть, там что-то еще поменял. Не помню, что это называлось. Сейчас даже можно глянуть. Vehicle configuration. Вот, по-моему, в баде поменял. Было просто баде. Типа поставил на chopped and channeled body, блин. То есть вот такое. Конечно. А вышла, где этот body? То есть добавили вот эти черные хрени, вот эти ерундашки серые. Наверное, не сильно уже запомнил. Ну, сейчас будем производить тюняшки какой-то другой тачки. Ну, какой не знаю, ну, точно не, не из модов, на обычную же, готовую. Ну, пусть будет Ibiza Covid. Нет, не самый хреновый. Так, чтобы его можно было. Так, то есть vehicle configuration. Там, кстати, по-моему, вот эти фичи, их надо включать. Так, ну, body kit. Так, сейчас. Этому получается. Блин, не помню, что это. Немного корпуса добавили. Это бампер передний, это дверь. Так.
Ну, по идее, внизу самое мощное обычно ставят, насколько я знаю. Это не знаю еще, конечно. Сейчас. Лир панель. Ага. Roll cage, driver seat, passenger seat, rear seat. Ну, берем. Меньше, чем меньше весит, тем больше разгончиков, в принципе. Skid plate, что это такое? Так. А, это защита. Так. О, тут есть дрифтовые колесики, неплохо. Пусть будет дрифт вил. Так, стратбар. Так, это для прицепа. Бампера, бампера, дверки, двигатель. Можно, по-моему, мощнее поставить. Так, Sony i4 NGI. Ну, по идее, вот это будет самый мощный двигатель. О! Карбоновый этот. Что это? Фаске. Рер, где рер бампер? Так, немножко тюняшек. Это тоже надо поставить. А куда и фронт бампер? Так, теперь это что у нас? Не меняется. А, мы уже тут были. Так, а теперь по переднему заднему мосту пойдем. Сначала поменяем дискочи. Ну, я думаю, ставить. О, куда? Мы ставили куда, значит, нужно поставить Акудаи. Побольше. 16 на 7 есть. Черный не хочу. Вот белый можно. 16 на 7. Интересно, какие это они будут. Ну, в принципе, даже нормально. Так, что тут у нас? Это шины. Опа, ралли можно поставить. Ставим. Ну, в принципе, я не знаю, какая у них разница. Go race. Так, это убираем. Это что у нас? Это, скорее всего, опа, спорт. Это, наверное, тормозные колодки, но это я не уверен. Так, это, по-моему, выворот колеса, как я понял. Это рессоры, надо... Пусть будут гоночные. Так, теперь... А, вот это тормоза. Ну, тормоза ей нужны, так. Хотя мы в BMG, зачем нам тормоза на передние колеса? Где они? А, я их закрыл. Без тормозов. Так, теперь задний мост. Начнем с колес. Там где куда и. Или как? Вот, а куда и. 16 на 7 мы ставили и белые. Вот, по-моему. Да, именно. Так, у нас тут надо поставить... Я не помню, что настояло. У нас был спорт. Чирейс. По-моему, спорт. 50-16. Так, закрываем. Понятно? Пусть будет спорт. А, это ж не выворот. Не знаю, что это, конечно. Какая-то планочка. Рессоры. Спортивный. Но, хотя можно было на задний мост и раллийную поставить, но не задние эти пусть будут. Так, а это у нас задничек. О, спойлер можно ставануть, неплохо. Конечно, спойлер так себе. Так, ну тюняшки уже по характеристикам, ну я не сильно уверен, потому что я не сильно шарю здесь, как оно изменяется. Знаю, что вот это давление в шинах. Это хрен не знает, это... Короче, останется от меня, не знаю. А тут цветы. Цвета, цветы, цвета. Ну, короче, будет огненный дракончик. Я на мокрость, или с шины дым идет? Что если он на Наиды?
на маленьких оборотах долго ездит. Не, вот долго ездит, медленно разгоняется. Что я себя торможу вообще? Так. Ну, тачку разбить разбили. Сейчас ее сохранить надо. Точнее, ее характеристики, то есть save and load. Какой-то билибердень. Save. Вернуть на всякий случай. Ну и конечно же так, мы это сделали спортивной. Ой, не туда, не туда, не туда. Где она? Вот тут ковет. Мы ее делали рейсовской, то есть по идее нужно взять вот эту. Пусть будет реплейс. Ну, сейчас все будет. Единственная разница, которую я сейчас вижу между той, которые были, это 100% разные. Это отсутствие каркаса безопасности. Был вот этот карбоновый. Ну, в принципе, да. И дым с колеса не шел. И с выхлопной трубы тоже. Только вот передача мощности разная. Знаю бы почему. Вот, Engine. Я ставил. А, тут я вот этот поставил. С карбюратором i4, а тут просто дохц. То есть я боже, сам не тот двигун поставил. Ну, в принципе, нормально. А, было разное давление. Ну, короче, это BMG-шники в кавычках, разработчики сами нашпидякали эту тачку. Итак, на этом будем заканчивать этот видосик. Где этот херочек? Будем заканчивать это, точнее, буду заканчивать этот видосик. Так что всем спасибо за просмотр. Ставьте лайки, если хотите видеть более такие видосики, которые более информационные, а не игровые. Также обязательно подписывайтесь на мой канал. Второй канал, конечно же. На котором есть пока что только 3 видео. Ну, потому что я не сильно занимаюсь сейчас этим каналом. Да и этим, в принципе. Но, в общем, подписывайтесь, смотрите, получайте удовольствие. Играйте четко, не лагайте. Всем пока.